Всем большой привет! Сегодня будем делать быстрые малосольные огурцы в рукаве для запекания. Чтобы не пропускать новые рецепты, лайкните это видео и подпишитесь на канал. Приятного просмотра! Полкилограмма огурцов нарезаем кружочками толщиной примерно 3-5 мм. Готовый салат будет интереснее смотреться, если огурчики порезать ножом для фигурной нарезки сыра. Одну луковицу режем тонкими колечками. К небольшому пучку укропа добавляем 15-20 листиков мяты. И рубим зелень ножом как можно мельче. Также измельчаем небольшой кусочек острого перца. Затем берем рукав для запекания. Завязываем его с одной стороны. И перекладываем туда подготовленные огурцы. Добавляем острый перец, лук, укроп с мятой, 2 зубчика пропущенного через пресс чеснока, одну чайную ложку соли, пол чайной ложки сахара, 1/3 чайной ложки черного молотого перца и 2 столовых ложки лимонного сока. Затем завязываем вторую сторону рукава так, чтобы внутри осталось свободное пространство и как можно больше воздуха. Тогда огурчики будет очень легко мешать. Дальше берем пакет в руки и хорошо его встряхиваем, чтобы содержимое рукава как следует перемешалось. После чего отправляем огурцы в холодильник на 15-20 минут. Вот и все. Быстрые малосольные огурцы готовы. При подаче на стол их можно полить подсолнечным маслом. Приятного аппетита! Если вам понравился рецепт, ставьте лайк, жмите колокольчик и подписывайтесь на наш канал. Буду очень благодарна за отзывы и с удовольствием пообщаюсь в комментариях.